А сейчас расскажу вам, как появился клип на песню Иры «Я тебя отвоюю», написанную Игорем Крутым на стихи Марины Цветаевой. Игорь позвал меня к себе, сел за пианино. Рояль тогда в его квартиру просто не мог влезть. Он начал играть ко второму куплету, а может быть даже к первому припеву. Я уже знал, что буду снимать. И я ему говорю: вот, Игорь, вот так, так, так. Сейчас я приведу отцензурированную версию того, что мне ответил Игорь. Да ты с ума сошел! Конечно, прав был Игорь, я сошел с ума, но это уже история. А сегодня песню «Я тебя отвоюю» споет человек, который, когда кипели наши страсти, еще, наверное, и не родился. Дима Билан!
эти персты. О, проклятие, у тебя остаешься ты. Но пока не скрещу тебе на груди персты. О, проклятие, у тебя остаешься. Хочешь сказать что-нибудь, Дим? Давай. Я пытаюсь. Давай говори. Друзья, это, конечно, невероятное произведение, которое не может не свести с ума. Я крайне благодарен Игорю Яковлевичу Крутому, Марине Цветаевой и Ирине Александровне Аллегровой за этот невероятный экскурс в какую-то непостижимую правду, к которой нужно, мне кажется, еще идти, пока еще не добежал. Спасибо огромное. Всего самого. Спасибо, Дима. Иди.